Чувашия, как и вся страна, готовится ко Дню Победы. И поскольку праздник пришелся на период запрета массовых мероприятий, особое внимание тематическому оформлению городов и районов. Установку флагов, баннеров и других композиций завершат к концу этой недели. Остановочные павильоны и кольцевые развязки дорог украсят содержательные патриотические арт-объекты, в том числе стенды арт-проекта «Искусство Победы». «Искусство Победы» – особый арт-проект. Репродукции 28 картин чувашских художников на тему Великой Отечественной войны разместились прямо на улицах города. Запуск этого проекта – инициатива Министерства культуры Чувашии, которую активно поддержали и творческие объединения. Мы долго думали, как в этом году необычно представить Победу как таковую. Да? Юбилейный год – 75 лет. И я нашел исторические факты о том, что во время войны к нам были эвакуированы в том числе и художники, которые рисовали и делали выставки в 1941-1943 году. Они были везде. И мы решили эти выставки вывести на улицы. У каждого художника своя боль об этой войне. И мы в подборке этих картин постарались это показать. Глазами художников того времени мы можем видеть победу во всех красках. Тематически оформленные остановочные павильоны сегодня в условиях самоизоляции – уникальный шанс ознакомиться с шедеврами художников-земляков, которые хранятся в Чувашском государственном художественном музее и к которым мы пока не имеем доступа. Тут и встреча воинов после победы, здесь и военные события, здесь много сюжетов. Но вот основной принцип – это победа, великая победа советского народа в Великой Отечественной войне. К 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне мы подготовили огромную выставку. Это произведения, они разножанровые. Художники в своих произведениях обращались к теме войны по-разному. Композиционно разные отношения. Вот, например, есть здесь представлена работа Прокопенко, Алексея Прокопенко «Мамаев курган». Там действительно огромная трагедия, баталия, события той Великой войны. Там само сражение показано. Кроме оцифрованных полотен, уже изготовлены 550 баннеров. Их разместят на основных магистралях и улицах республики. Работы завершат до 29 апреля. Затем в конце мая эстафету патриотического проекта подхватят следующее. Организаторы планируют вывести на такой же формат галерею картин 100 известных лиц Чувашии уже к юбилею республики. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика.